И мне все время говорят, слушайте, новички, которые вообще не знают метода, как это может быть, что такое ключ, который решает все наши проблемы. Да нет, проблемы вы решаете сами. А вы всегда думаете о том, что вас волнует, но в этот момент, когда вы решаете проблему, у вас возникают иногда моменты зацикливания. Ну, не получается у вас что-то, вы зацикливаетесь, об этом думаете, как сделать, как сделать. А ключ – это методика, которая помогает вам выходить из этой зацикленности, улучшить быстродействие мозгов, как говорится, метафора, да, для того, чтобы вы лучше соображали, потому что в нужный момент, когда у вас высокое напряжение, вы можете его снизить до нужного уровня и находить еще оптимальное состояние для решения ваших задач. Потому что без мобилизации всех сил, например, не совершишь рекордного прыжка, без творческого вдохновения не напишешь стихов. Вот я занимался этим методом, Вот эти Homo Futurus, да, рука левитирующая. Вот я занимался вот этими упражнениями. А теперь всегда, когда у меня что-то не получается, вот не получалась картина, а я взял, я уже чувствую, что и как делать. Снял лишнее напряжение, перенастроился уже без упражнений. И написал вот. Скрипачка, музыка и космос. Так вы можете любую проблему, не только связанную именно с рисованием, а любую, житейскую, спортивную, даже боевую ребята используют. И особенно развивать изобретательское мышление, находить в трудных ситуациях оптимальное решение, наиболее простым способом.